За 4 года тренировок команда «Олимп» заметно выросла и все чаще становится призерами как самарских соревнований, так и областных турниров, рассказывает главный тренер молодого коллектива Сергей Корчагин. Не стал исключением и турнир памяти спортивного тележурналиста Владимира Кейлина. Помимо первого места, хозяева взяли 3 индивидуальные номинации – лучший игрок команды, вратарь и лучший защитник. Тренер уверен, важную роль в каждой победе играют не только профессиональные навыки, но и любовь к футболу. Ребята тренируются с удовольствием, с большим удовольствием. Вот, поэтому все должно быть в игре, с радостью. Вот, тренировки как бы как праздник. Вот так вот самое главное, чтобы было. Вот, а уж игры там как получится, но всегда должно быть как бы направление к победе. Вот, и получать удовольствие от футбола. В Самаре подвели итоги 2-го этапа традиционного футбольного турнира памяти спортивного тележурналиста Владимира Кейлина. Награды разыграли коллективы возрастной категории 2010 год рождения. За звание лучшей команды и заветные медали боролись 9 команд из 6 городов – Саранск, Пермь, Москва, Миасс, Самара и Санкт-Петербург. Во 2-м этапе состязания в лидеры удалось вырваться только одной команде из столицы региона. Футбольный клуб «Сити» не смог пройти в тройку и закончил борьбу на 4-м месте. Бронзу турнира взяла команда «Мордовия» из Саранска, а серебро завоевал футбольный коллектив из Перми. Это показывает, что, в общем-то, и конкуренция у нас здесь большая, да? И то, что непредвзятые судейства. И, в общем-то, Кубок Кейлина не только память ветеранов и деятелей, но и еще возможность ребятам проявить себя и весной зайти там в сезон. 6-й традиционный футбольный турнир памяти Владимира Кейлина собрал 39 команд со всей России. Соревнования проходили на стадионе «Волга». Именно здесь начинал свою тренерскую карьеру Владимир Михайлович, а в последние годы возглавлял областную федерацию футбола. За 10 турнирных дней командам из Самары в разных возрастных категориях удалось завоевать 3 призовых места. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.